Магазины? Что ты волнуешься? Без тебя никто не видит. Давай на фотографию тебя сниму. Хочешь? Вороватые дети бедуинов. Скажи слово. Значит, пожалуйста, вот выход. Я свои очки не знаю, наверное, там оставил. Ну, сейчас сниму снимать. Камиль, мадам, сколько брать? 10 бал. Сколько брать? Ой, Камиль. Вот монастырь Святой Екатерины. Поэтому вот монахи, которые умерли раньше, всегда вот им похоронили. В этом саде есть место, вот нашли место, где можно помнить. Поэтому они приходили похоронить всем, когда они хоронят. Восьмой тогда они первые достают и сохраняют его мощь именно здесь, в монастыре. И современно, когда сейчас уже монастырь стал богатый, когда люди умирают, его посылают, его мощи посылают. Фотографировать можно? Да не спрашивайте, что я здесь не фотографирую. Спасибо.
Вот и монастырь Святой Екатерины. Приполомник, как и Моисей, поднялся на гору Моисея. Начал, ну как, он там и жил, остался жил и построил часовню Святой Троицы. Сейчас она как-то недостроенная, ну маленькая часовня. И ее поремонтировали со временем, те, кто поднимает на гору Моисея.